Какая неудачная квартира. Темно. Ничего не вижу сейчас. А? Шурочка. 37,5. Опасная температура. Нехорошая. Нормальная, мама. Температура нормальная. Ты довела себя этой работой. Я ж тебе говорила. Я так и знала. Мама, я хорошо себя чувствую. Правда. Но мы готовы к любому развитию событий. Я привезла все лекарства. Даже если у тебя случится инфаркт. Или инсульт, будь здорова. Или диарея, гангрена. Мама, у тебя от насморка что-нибудь есть? Или туберкулез от насморка. Спрей. Дай спрей. Я хочу позвонить твоему руководству и все-все сказать. Надо, я сама позвоню. Ты никому там не нужна. Вообще, как можно так обращаться с человеком? Мама! Молчу. Вот так. Один жест, и мама молчит. Николай Николаевич, это Маринец. Здравствуйте. К Шишку все можно. А можно я? А мне ничего нет. Будь здорова. Можно я до сегодня отпрошусь у вас? По служебным? По личным. Неужели приболели? Ну да, есть немного. Так вы полечитесь, и неделька я вам... Нет, я только до сегодня, Николай Николаевич. Завтра буду как огурчик. Ну, это очень хорошо. Николай Николаевич, если что, на убой я сразу приеду. Спасибо. До свидания. Чего не хотят полечиться? Мама. Да? Спрей. На, спрей. Возьми. Я останусь. Держи. Тихо, Буян, тихо. Сейчас гулять пойдем. С Иванычем поздоровайся только. И чего он собаку на цепь посадил на ночь? Товарищ полковник, у меня теща мед привезла, хороший, башкирский, 800 рублей за килограмм. Может, возьмете? Ну, может, попозже. Хорошо? Хорошо. О, не запылились. А где ваш красавец? Отгул взяла, устала бедная. Да, Александр? Приветствую вас. Заработал. Да мы тут... Ну, что ты мямлишь? Скажи, что это убийство известного антиквара. Хватит ей в отгулах подлаждаться. Слушайте, да. Никто не говорил, что это много тараля. Да нет. Поработай. Все хорошо, Александр Анатольевна. Мы в управлении, да. Вы выздоравливаете. Мы поедем. Угу. Видишь, у меня тоже кашель. Это вирус какой-то. Может, горчишнички? Я знаю, что мне делать. Я все равно тебя никуда не пущу, пока ты не будешь здорова. Так что давай продолжим наше чтение. Итак, 30 января мы, общество, преследовали двух хищников наших граждан. Никита Александрович, будь здорова. По соглашению нашего общества, они были преследованы и в тот же момент убиты. Тут же Мама. Было этих... Молчу. Маринец? Александра Анатольевна. Да, Николай Николаевич. У нас убийство. Убийство? Сейчас буду. Шура, ты больна. Сворачивайте госпиталь, мама. Какое убийство? Так рано. И закачивайте полы натирать. И одевайся теплее, Шурочка. Это Ленинград. На улице холодный северный ветер. Здравствуйте, Саш. Здрасте. Здравствуйте. Вы извините, пожалуйста, за беспокойство. Я зашла узнать по поводу, нет ли каких-нибудь новостей. Я все помню. Я обязательно прошу всех свидетелей. Я просто, извините, у меня неприятности. Ее на этой работе совершенно загоняли. Ой, больную заставляют приезжать. Мам, ну ладно. А ну, я ей говорю, что ты, если правда? Бы тебя оценили, мам, за тобой прислали бы водителя. Ну зачем? Ну, Настя, ты зачем это знаешь? Ну правда, ну его. Добрый день. Здравствуйте. Какими судьбами? Здравствуйте. Ну вот, Александра Анатольевна, Заваров попросил вас забрать. Ну, а ты говоришь, я никому не нужна. Всего доброго. Ну все, пока-пока. До свидания. Саша. Я тебя жду. А у меня сегодня к чаю сюрприз. У вас чудесная мама. Вот машина. Не, я на своей. Александра Анатольевна, мы же договорились. Послушайте, у меня всего лишь насморк, я не инвалид. Я прекрасно доеду сама. Нет, Сергеевич, ну, вы не обижайтесь. Я просто делала вид, что их нет. Такой мой способ борьбы с болезнями. Иначе я разболеюсь окончательно. Будьте здоровы. Ну, вот видите, правда.
Езжайте за вами. Да. Доброе утро, товарищи. Доброе утро, Александра Анатольевна. Все нормально у вас? Будьте здоровы. Ну, простите, ради бога. Значит, спасибо, так, все хорошо. Александра Анатольевна, смотрите. Валерий Петровских, 50 лет, владелец антикварного салона. Несудим, женат. Супруга Римма Петровна. Надеюсь, версию о самоубийстве отмели уже? Очень остроумно. Сын Михаил, 25 лет. Пока на звонки не отвечает. Смерть наступила часов 10 назад от асфиксии. Но перед этим бедняга помучился. Били аккуратно, но сильно. Так, а это что? Чем душит? Борозка такая, своеобразная. Словно шнурком, на котором он ключ на шее носил. Как в детстве от квартиры, помните? Кто обнаружил труп? А, сосед Садовников, военный пенсионер. Собаку их выгуливал. Зашел, как обычно, и вот. Пил антиквар не один, компанией. А стакан-то один? Будьте здоровы. Александра Анатольевна, вы бы дома посидели. Подлечились, а то вы нас тут всех заразите. Послушайте, я обещала Селезнёву осмотреть место происшествия. Сейчас осмотрю и уеду, я заражать никого не буду. Стакан один, а под столом вторая вилка валяется. И впустил он, скорее всего, гостя сам. Ну тогда уж не гостя, а гостью. Потому что пил с дамой, это видно, свечи для интима. Простите, вам мед не нужен? Хороший башкирский. Нет, не нужен, но спасибо. Есть и другая версия. Ему предложи. Я понял. Возможно, кто-то хотел устроить взрыв газа и пожар. Газа вот не пахнет? А то я не чувствую. Газом не пахнет? И? Не пахнет газом, Александр Анатольевич. Нет, газом не пахнет. Да и взрыва вроде не было. Товарищ подполковник, вы мед-то возьмете? Нет, спасибо. Хорошо. Да что вы говорите? Паразитная интуиция эксперта. Посмотрите, пожалуйста, внимательно плиту. Значит, я прошу, коллеги, сосредоточиться на следующем. Да, не каждая собака добежит до середины Кореи. Всех свидетелей и соседей, а также проверьте все камеры наружного наблюдения, фоторадары на трассе проверьте, не забудьте. И снимите слепки протекторов, отпечатки четкие. Я думаю, что-нибудь да получится узнать. Собственно говоря, родственников везите к нам. Лучше у нас их опросить. Все, коллеги, я поехала. Угу. Чтобы вас больше не заражать. Вы не знаете, где можно салфеточек купить бумажных? Где-нибудь по дороге есть? Супермаркет на въезде в город. Спасибо. Лечитесь. Станислав Сергеевич, доброе утро. Вас беспокоит подполковник Маринец из уголовного розыска. Вы можете мне уделить пару минут? Андрюх, как думаешь, что тут было? Золото-бриллианты. Угу. Слушай, дом дорогой, а сейф как из позапрошлого века. Простым ключом закрывается. Кто в наше время замкам доверяет? Ну, тут кому нечего бояться. Здесь даже камер наблюдения нет. О. Кажись, орудие убийства. На. Наш Упрыков зафиксировал здесь все. Соседи что-то говорили о конфликте с сыном. Да, было. Месяц назад. Крики страшные стояли. А на какую тему ругались? Да, вот. Я говорю насчет Мишиной девушки. Отец обзывал ее разными словами. Миша обиделся, сел в машину и уехал. И больше не приезжал. А какая машина у них? Серая. Марка машины. Audi 180. Вот. Ну, номер такой модный. М444ММ. Угу. А ругались страшно. Я прямо думала, поубивают друг друга. Нет, не помню. Вообще, честно говоря, страшно было. Все же знали, что к нему бандиты всякие ходят.
и через калитку, и со стороны заброшенного дома, вот оттуда. Ой, зубками мы боимся беспокоиться. А Мишку я давно знаю, с ним брат мой дружил. Но я давно его не видела. Ну, а вчера ночью ничего странного? Не видели, не слышали? Ночью? Вы издеваетесь? Ой, да я раньше детей засыпаю. Извините, пожалуйста. Меня утром добудиться не могут кормить. Вы знаете что? Вы у тети Шуры спросите. Она живет тут рядом, за калиткой Петровских. И всегда все про всех знает. Вот обычно через этот проход они проходили к своему дому. Скажите, а вот вчера больше ничего интересного не заметили? Заметила. Что? Что заметила? Приходил мужчина. Мужчина? Какой мужчина? Ну, не могу сказать, какой. Потому что было уже темно. Но он проходил не через этот проход, а со стороны Раисы Аркадьевны дома. Он уже лет 5 стоит пустой. Никто там не живет. Этот дом какая-то женщина сняла. Управляющий садоводством говорил на все лето. Кстати, телефон ее в конторе есть, если надо. А что касается Валеры, плохой человек был Валера. Деньги совсем его испортили. Камеры на каких домах установлены? Ну, у Валеры точно не было. Он никому не доверял и в дом никого не пускал. Но остальных и денег таких нет. Надо у магазина посмотреть. Он как раз у дороги стоит, и мимо него сюда незамеченным не проехал. Понятно. Так, насчет меда, что вы решили? Аллергия у меня на мед. Аллергия. Аллергия. Я эту аварию хорошо помню. Я никогда до этого трупов не видел. Я сидел на переднем сиденье, рядом с водителем. Мы подъезжали к перекрестку. Эта пьянь прям под колеса. Ну и водитель по тормозам. А почему на следствие этого не сказали? Следачка даже не допрашивала. Сказала, в суде им там все расскажете. Рассказали? Нет, конечно. Меня никто и не вызывал. Ясно. Вы готовы дать письменные показания того, что вы мне сейчас рассказали? Да, конечно. Александра Анатольевна, можете не торопиться. Убийство мы раскрыли. Очередная семейная драма. А почему вы так уверены? Ну как почему? Потому что это концлагерь. Это и участковый говорит, и соседи все подтверждают. Ясно. Я уже поднимаюсь. Ах, вы уже здесь приехали? Господи, боже мой, какое счастье для всех нас. Ну, давайте ждем вас, послушайте тут жену. Она у нас в кабинете соловьем поет. На 105-ю уже напела. В такие моменты я искренне надеюсь, что ад существует. Потому что для моего мужа это единственное подходящее место. Скажите, он сильно мучился? Думаю, да. Прекрасно. Скажите, из дома что-нибудь пропало? Да нет. Картины, которые в рамах висели, вроде все на месте. А то, что лежало в сейфе, я понятия не имею. Здравия желаю. Ну, а эти, как их, украшения? Ну, наверняка уже на ювелиры должны были быть. Вы знаете, он мне их под расписку давал. А-а-а. И деньги, собственно говоря, под расписку давал. И вообще вся наша жизнь под расписку. А почему дом совсем не охранялся? Нет, он охранялся. Раньше у нас была сигнализация, но она почему-то все время по ночам срабатывала. Соседи начинали беспокоиться. В Москве шоу приезжали. Мужу надоел, он отказался, завел эту суку. А он не боялся, что его могут ограбить? Да кто его мог ограбить? К нему приезжали консультироваться все авторитеты города. Ну или там цацки какие-то купить. Просто никто бы не посмел. А где вы были вчера вечером и ночью? К сестре ездила. Там и ночевала. Он всегда, когда приходили его друзья, пытался нас куда-то сплавить. Из-за чего у вас с отцом был конфликт? Какой из них? Последний. Из-за девушки моей. Она ему не нравилась. Потому что не из Питера, и родителей банкиров у нее нет. И вы уехали. Где вы жили? В деревне, у друга. А и что вы делали вчера ночью? Работал. Моя девушка Наташа может это подтвердить.
Александра Анатольевна, майор Химич, антикварный отдел. Чем обязана? Я тут с водочки фамилию знакомую увидел, Петровских. Это был мой клиент, я должен был закрыть его через неделю, а его вдруг бац и убили. Не поделитесь информацией, может быть, и я чем буду вам полезен? Конечно, поделимся. Можете обратиться в установленном порядке через ваше руководство. Ну, зачем такие формальности, Александра Анатольевна? О! Стая коршунов начала слетаться. Вот распечатка с фоторадаров, что на трассе стоят, и с камер возле магазина. Отлично. Андрей Александрович, займите коллегу из антикварного. Он хочет что-то рассказать вам по убийству Петровских. Так, а я, собственно, хотел вас послушать. Ну, а что нас слушать? Мы же не радио. Слышно. Идемте. Давай, проходи, рассказывай. Как вы с ней работаете вообще? Как-как? Преступления расследуем, а не бизнесом занимаемся, в отличие от некоторых. Mm-hmm. Ты на что-то намекаешь? Не, я не намекаю, я вот так вот прямым текстом и говорю. Тогда информация от нас. Через официальный запрос. Mm-hmm. Ага. Как скажете. Алло, Жор. Привет, разговор есть. Встретимся? Давай. Да, маму он избивал регулярно. Я пытался ее защищать, но последний месяц меня в доме отца не было. Это мама может подтвердить. Александровна, а мы тут уже практически... Ну, прекрасно. Я надеюсь, не помешаю? Нет, конечно. Не жалко маму, да? Уже собой на зону тянет. Задача ложных показаний за соучастие. Какое соучастие? Вчера вечером ваша машина стояла у магазина в поселке, то есть в 100 метрах от вашего дома. Как раз во время предполагаемого убийства. А я не говорил, что меня в поселке не было. Я был по работе. По какой работе? Я курьер. Работаю на частное лицо. Беспокоит редко, но деньги платят хорошие. Вчера попросил подъехать в поселок, встретиться с человеком, забрать какой-то пакет. Ну и что, забрал? Не, прождал полчаса, никто не подошел. А почему вы раньше пытались скрыть эту информацию? Меня никто не спрашивал. Будьте здоровы. Будьте. Александр, там... Работодатель может подтвердить эту информацию? Да. Вот его номер. Здорово. Как сам? Нормально. Видел тут ваш маринец? Сочувствую. Оценил уже? Да. Мы все думали, тебя она значит. Ну, ладно. Ты по делу или как? По делу. По делу Петровских. Информация есть. Что стоит? В моих интересах ее слить вам. Да ты правильно зашел. Наума знаешь? Наума знаю. Так вот, Наум сегодня будет продавать картину из дома Петровских. Наум уже в Испании. Это по официальной версии. Угу. Что за картина? Айвазовский. Начальная стоимость на черном рынке от 10 миллионов долларов. Ну, понятно. Место, покупатель... Это все известно, обижаешь. Только мне нужно, чтобы задержали его ваш. А моя фамилия и мой отдел нигде не светились. Понимаешь? Стесняешься? У нас идет охота на зверя покрупнее. О, какие мы серьезные. И очень опасные. Сразу нет, Георгий Викторович. Это совершенно серьезная операция. Это надо все хорошенько проверить. Я категорически против такого наскока. Ну и я не хочу подставлять своих людей. Там, скорее всего, вооруженная охрана. Но это прекрасный шанс сразу раскрыть два серьезных преступления. Свободны. Баранчук. Я тебя не узнаю без разрешения и санкций. Откуда такая смелость? Ладно, видители не судят. Не всегда. Саш, открой, пожалуйста. Да, я думаю, к среде у нас все будет готово. И документы тоже. Но никто. Доставка еды. Что?
Доставка еды. Полиция не дергается. Да пусти. Уголовный розыск. Стоять. Вы задержаны. Не рыпайся. Здравствуйте. Простите, вам что нужно? Что в тубусе? В каком тубусе? Вот в этом тубусе. Что? А в этом тубусе у нас Айвазовский. Вот, за него и задержаны. Номер есть? Ничего не понимаю. Я тоже. Не понимаете? Мы вам на допросе объясним. Так что на выход. Ну, на выход, говорят. И в пати, коловрат. Вы извините, что здесь, просто у нас в квартире бесконечный ремонт. Но это очень хорошо, что вы пришли. Вы знаете, я же говорила вашим коллегам, что я все видела. Я все видела. Этот пьяный сам упал под колеса маршрутки метров за 15 до пешеходного перехода. Его просто протащило, и он упал прямо на зебру. Понимаете? Я не поленилась. Я через неделю поехала на Ржевку, и начальнику написала заявление. Так они мне звонили несколько раз, спрашивали, не являюсь ли я родственником этого водителя. А в суд вас вызывали? Суд нет. А что, был суд? Да. Ему дали 3 года. Боже мой, это я виновата. Да нет, ну что? Нет, нет, мне надо было пойти в милицию, еще раз пойти в милицию. Будьте здоровы. Спасибо. И как-то вообще все это проверить. Меня муж отговорил, понимаете? Он сказал, что тебе больше всех нужно. Он всегда так. Наталья, вы ни в чем не виноваты. Вы так сделали очень много. Большинство людей на вашем месте просто прошли бы мимо. Ну, поверьте. Может быть, вы еще что-то вспомните. Может, на пешеходном переходе кто-то там, еще кто-нибудь стоял. Да, стояли, но они ушли гораздо раньше, чем приехала ГАИ и скорая помощь. Хотя вы знаете, там был один мужчина, наверное, врач, потому что он первый осматривал этого... Маринец. Ну, потерпи, как мертвого. Ну и у него в машине был регистратор, я видела. Это очень важно. Да, Андрей Александрович? Послушайте, да. Как вы могли? Вы вломились в номер к авторитету. Задержали хозяина крупнейшей частной галереи. Где этот? Кто? Баранчук! Допрашивает. Давайте, пока не наделаем еще больше непоправимых глупостей, мы закончим нашу встречу и на том и порешим, а? Нет, не порешим. Ты подозреваешься в причастности к убийству антиквара Петровских и ограблению его загородного дома. И задержали тебя в тот момент, когда ты продавал картину из этого самого дома. Давайте попробуем включить мозг. Ну, просто ради любопытства. Вдруг у нас получится. Картина, из-за которой вы устроили весь этот балаган, эта картина действительно... Моя. И она пробыла неделю в доме Петровских на экспертизе. Но вы сами подумайте, зачем мне самому убивать собственного эксперта? Он мне вроде как деньги приносил, не так ли? Когда вы забрали картину обратно? Неделю назад. Это можно проверить, спросить у Орлова. Мы вместе с ним ездили, он хотел сам поговорить с экспертом. Георгий Викторович, пойдите и послушайте, что говорит сейчас Орлов. Его Заваров допрашивает. Хотите остаться наедине с подозреваемым? Будьте здоровы. Спасибо. Слушайте, вы не замужем, а? А? Давайте мы с вами вот как поступим. Там у Валеры и мои вещи были. Я вам миллион. Вы распутаете этот клубок, а с убийцей я сам поговорю, а? Годится? Я распутаю этот клубок и без вашего миллиона. А если будете мне мешать, закрою. Если не за одно, так за другое. Все, понял. Понял, вы умеете излагать свои мысли. Коротко и ясно. Кстати, очень редкое качество для женщин. Пойдете за меня замуж, а? Я жених завидный. Зато я незавидная невеста. Что за контакты у вас были с сыном Петровских, Михаилом? Ну, Мишка. С Мишкой мы с детства знакомы. В теннис вместе играли. Денег ему иногда одалживал. Много? Ну, в долларах будет, наверное, 1000-3. Но он все обещал вернуть. Будьте здоровы. Простите, ради бога, Маринец. Баб, я не могу сейчас говорить. Я перезвоню. Прости. Горло все подтверждает о происках Петровских, про картину. А теперь то же самое по-русски. Я говорю, Орлов все подтверждает. И про поездки к Петровских, и про картину. Ну что ж, было очень приятно с вами познакомиться. Не забудьте о предложении.
Их было два, замуж и миллион. О как! Оба в силе. Почему Наум не арестован? А? Спроси у моего начальства, это ее решение. Он ей что, проплатил? Я не знаю, я свечку не держал. Ясно. Геннадий Матвеевич, здравствуйте. Ой, а когда можно перезвонить? Спасибо. Извините, ради бога. И как это понимать? Выйди, зайдите, как положено. Перебьешься. Сколько тебе Наум заплатил, чтобы ты его отпустила, а? Пошел вон. Ты зря. Александра Тулина, Рыков просил передать. На 12-й странице самое интересное. Ну, только откройте на 12-й странице. Ну что вы, ей-богу, ну что вы мне даете в папке? Говорите, на 12-й странице, приносите в папке. Да, действительно. Так, 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 так. Как вы себя чувствуете? Ну, знаете... Гораздо лучше. Отлично. Маринец. Да, Николай Николаевич? Да, да. Вызывали? Да. Майор Химич написал рапорт на мое имя и наверх. Утверждает, что ваш отдел и вы лично мешаете разработке международных преступных группировок. Кроме того, до УСБ уже доползли слухи о ваших личных договоренностях с криминальными авторитетами. Оперативно распространяется информация. Даже гордость некая берет за коллег. Если это шутка, то очень неудачная. Ой, простите, ради бога. Ничего, вы присядьте, присядьте, Александр Анатольевна. Спасибо. Я готов выслушать вашу версию. Информация майора Химича оказалась. Полным фуфлом оказалась информация майора Химича. Или подставой. Наум не виновен. И Георгий Викторович немножко поспешил его арестовать. Николай Николаевич, мы чудом избежали крупного скандала. Я почти уверена, что сын убитого тоже не виновен. Но у него же был мотив. И он находился на месте преступления в момент смерти отца. Ну, не совсем так. Он находился в поселке. По крайней мере, на машине к дому он не подъезжал. И в момент убийства его тоже, скорее всего, не было. Убийца попытался инсценировать взрыв бытового газа. После убийства он включил газ, зажег свечи и уехал, думая, что скоро произойдет взрыв. Но не учел, что это умная плита, которая автоматически прекращает подачу газа, если пламя не горит более 40 секунд. Газ прекратил идти, свечи догорели, и взрыва не было. Как-то все это очень сложно. И что это доказывает? Это доказывает, что все члены семьи не убийцы и не были рядом с убийцей. Потому что, естественно, они знали об особенностях своей плиты, но... То есть, по вашему мнению, Михаила Петровских мы должны отпустить сейчас? Нет. Если я до истечения срока не найду убийцу, я буду просить Батурина, чтобы он арестовал Михаила. Зачем? Ну, если мы его выпустим, его просто могут убить. Его подставляют, Николай Николаевич. Я постараюсь найти, кто этот человек. Простите, ради бога. Вы тут лечитесь? Я лечусь, Николай Николаевич. Не беспокойтесь за меня, спасибо. Нам надо найти твоего работодателя, чтобы проверить алиби. Телефон его выключен. Что ты еще о нем знаешь? Зовут Саша. Лет 35. Познакомились 2 недели назад. Я помню день, потому что у мамы день рождения был. На трассе. Он колесо пробил, я остановился, ну, разговорились. Потом пошли в бар, пиво выпили. Хотел как-то доблагодарить, спросил, не нужна ли работа. Ну, я как раз тогда искал. Ну, а описать его сможешь? Там приметы, цвет, волос, рост, что-нибудь? Высокий, в джинсах, кепка какая-то была. Что еще? Мы один раз виделись. А, машина BMW, семерка, не новая. Ну, о заказах по телефону говорил, а деньги на карту переводил. Не, ну а чего, работа-то не стрёмная. Он платил хорошо, отвезти, привезти. Там же не наркота, там бумаги какие-то. Ну, хорошо. А в каком баре вы тогда сидели? С
золотом дне на Приморском шоссе. Александр Ульянов. Так зовут охранника Наума. Он же Улей. В личном распоряжении имеет автомобиль BMW. Цвет совпадает. Имя, фамилия редкие. BMW тоже машина не очень распространенная, особенно в этой среде. Телефон пробили? Да, почти сразу. Номер зарегистрирован на уже умершего человека. Звонили с него только Михаилу, и по данным сотового оператора, в ночь смерти Петровских этот Саша, он где-то неподалеку находился. Это очень хорошо. Да, кроме того, мы пытаемся вычислить счет, с которого переводились деньги на карту Михаила. Ну, я потом доложу. Ну, в смысле, как вычислим, я сразу доложу. Как только Заваров найдет какую-то информацию в баре Николая Николаевича, я им сразу доложу. Я вам говорю, давайте закрывать Ульянова. А давайте немножко поработаем. Добрый день. Что желаете? Уголовный розыск. Может, водка? Спасибо. Не в этой жизни. А, ну ладно, знать не надо. Скажите, у вас камеры наблюдения работают? У нас все работает. Сто имена надо найти. Иголку. Что Гесена? Иголку? Александра Анатольевна, вот видеозапись, я посмотрел, она бегла. Саши этого самого там не видно, кепка на лицо надвинута, вот. Но зато номер БМВ видно хорошо, так что быстро пробьют. Да, звонил участковый с этого поселка, где убийство совершено. В общем, просил подъехать, он там нашел интересное, а Вишкин выехал. По банку никаких подвижек нет? Баранчук там обещал с кем-то поговорить. Кадзать, да? По банку пусто. Нет, если официальным путем, то через неделю, не раньше. Ну, потому что банк зарегистрирован не в России. Можно, конечно, немножко... Нет, Жора. Что по машине? Андрей Александрович, что по машине? Машина числится за погибшим человеком. Нарушений вообще никаких нет. Техосмотр не проходил ни разу. И кто же он такой, раз ничего не боится? Послушайте, ну нужно закрывать Наума. Ну, в крайнем случае, его человека. Маринец. Да, Дмитрий Сергеевич. Что нашли? Золото, бриллианты? Да, да, все сделаем. А кто обнаружил? Да сам я. Позвонил женщине, которая дом этот снимает. Она приехала, вместе и открыли. А женщина где? У нас в отделении. Мед не нужен. Мы познакомились с ним в интернете. Встретились один раз. Он мне очень понравился. Серьезный такой. Потом он в командировку уехал на Урал. Попросил снять этот дом, выслал деньги, контакты агента. Сказал, что приедет, поживем здесь вместе. Фамилию и имя знаете? Нет, имя только. Артем его зовут. Инженером работает каким-то. БМВ у него машина, кажется. Ну вот опять БМВ. Коля, ну услышь меня хоть ты. Нужно колоть этого Ульянова. Все идет к Науму. Николай Николаевич, а как вот, чтобы поближе все мне рассмотреть? На что нажать надо? Это нужно дождаться Овечкина. Александр Анатольевна, не нужно ничего трогать. Это не для средних умов. Ульянова колоть не надо. Надо Наумова приглашать. Николай Николаевич, мне надо сказать вам пару слов наедине. Жора. Ну что, нам выйти? Слушайте. Может, вы мне уже объясните, наконец, что здесь происходит, а? Ну, вы подождите еще немного. Дело в том, что в кабинете у Александра Анатольевны находится человек, который украл ваши ценности из дома Петровских. Но он пока в этом не сознается.
Если у нас ничего не получится, возможно, понадобится ваша помощь. Это что получается? Я должен буду его расколоть, что ли, да? Нет. Вы должны будете объяснить всю серьезность его положения. Пристыдить. Понятно. Бред какой-то. Да ладно, Химич, надо уметь признавать поражение. Вот распечатки с камер слежения бара. Познакомьтесь. Да этого человека мать родная не узнает. А там, на второй страничке. Перстенек у вас сделан на заказ в единственном экземпляре. Ну ладно, сознаюсь. Я привлек парня, чтобы разработать папашку. Чтобы убить папашку. И подставить парня. Что вы, Александра Анатольевна, какое убийство? О чем речь? Путем удушения, как говорят эксперты. А доказательства будут? Ну, как только признаетесь, так и будут доказательства. Хотите, я на себя еще возьму расстрел бакинских комиссаров? Да ни одного Петровских вполне достаточно. Могу рассказать, как все было. Угу. Очень интересно. Месяц назад вы взяли его на скупки краденого из музея. Но договорились, пришли за деньгами, оценили быстренько обстановочку в доме, поняли, что ценностей много, охраны нет, и решили сыграть по-крупному. Сняли домик рядом с домом Петровских с помощью женщины, с которой познакомились в интернете. Кстати, она познала вас по фотографии. И основную часть похищенного мы нашли как раз в том домике. Вы точно знали, что ни жены, ни сына не будет. Действовали четко. Под пытками Петровских выложил все коды замков, отдал вам ключ. Вы за несколько раз вынесли все самое ценное, но, к сожалению, не учли технологических особенностей современных газовых плит. Но у вас и для таких моментов был запасной вариант. Сын, на которого сразу падало подозрение. Идеальное преступление. И самое время залечь бы на дно. Но вы запаниковали, пришли к нам и стали разводить свою самодеятельность. Вы испугались, Химич. Вас погубили эмоции и паника. Прям древнегреческая трагедия какая-то. А когда будут доказательства? Доказательства начнутся, когда мы оформим явку с повинной. Нет, но есть и другой вариант. Мы вас отпускаем с Богом в сопровождении господина Наумова. Сам он сейчас почти безопасен, чего нельзя сказать о других владельцах похищенных ценностей. Ну ладно. Согласен. На красную зону же лучше по зеленому коридору идти. Александра Анатольевна, вы же назначили свидание, попросили о помощи и сами же не явились. Как же так? А вам ничего не сказали? Нет. Господи, простите ради бога. Ваша помощь сегодня не потребовалась. Ваши ценности нашли, все будет вам возвращено. Спасибо большое. А тогда какой у нас план? Вы какой ресторан предпочитаете? Я предпочитаю провести этот вечер одна. До свидания. До свидания. Звонила по поводу аварии с маршруткой. Мне сказали, что у вас был видеорегистратор. Был. Очень хорошо. Мне надо, чтобы вы дали показания. Я полгода хранил эту запись. А потом ноутбук украли. Это, конечно. Ну, ничего. Главное, чтобы вы дали показания. Геннадий Матвеевич. У меня пациент сегодня умер. А я со своими вопросами. Простите, я поняла, я не вовремя. Извините. Я готовил его к операции в Германии. Послезавтра должны были лететь. Сердце не выдержало. 4 котика. Пока я ждал вас, все узнал. Вы не замужем, друга.
счастью, нет. Живете одна, в связи с чем? Вот эта вот импровизированная композиция, навеянная времяпрепровождением в соседнем дворе. Вполне неожиданно и даже романтично. А что самое главное, от чистого сердца. Господи, что мне все? Пройдемте к маме. Шурочка, без четверти ночи, больная, простуженная. Познакомься, мам, это Наум. Наум... Палыч. Наум Палыч сделал мне сегодня предложение. Пришел к тебе просить руку и сердце у тебя. Ну, в смысле... Будьте здоровы. Мою руку и сердце. Я правильно все излагаю? Будьте здоровы, абсолютно верно. Здравствуйте. Мама. Мама. Ты должна сейчас что-то ответить, мама. Я испекла шарлотку. Мама, мам, тихо. Мам, это шутка. Мам, ну, это шутка. Ну, что ты? Да, ну, господи, боже мой, как?